В Красноярске стартовал конкурс по разработке дизайна факела Универсиады 2019 года. Заявки начали принимать сегодня. По условиям участвовать могут все жители края, достигшие 18 лет. Экспертная комиссия будет оценивать оригинальность, практичность и внешний вид. Кроме того, предложенные проекты должны вызывать ассоциацию с Сибирью, зимой и спортом. Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 работ. Заявки нужно направлять на электронную почту, которую вы видите на экране, с пометкой «Конкурс на разработку дизайна факела». Письма будут приниматься до 23 ноября. Далее судейская комиссия определит 5 финалистов. Лучшего среди них выберут путем открытого голосования в группах Красноярской универсиады в социальных сетях. 15 декабря объявят результаты. Победитель станет участником всероссийского этапа конкурса. Окончательный дизайн факела выберут к 2018 году. Сейчас могут заявляться не дизайнеры, то есть сейчас это такой конкурс эскизов, конкурс идей. То есть, по идее, может заявиться любой человек, который даже не умеет рисовать, он может структурно описать свою идею, кратко ее изобразить, ну, как получится. Но главное здесь вот именно сбор вот идей. Потом это будет уже дизайнерские доработки. Призовой фонд сейчас формируется. Хочу сказать, что самым главным призом будет, конечно, для победителя то, что у них появляется возможность быть сопричастным со универсиадой и внести свое имя в историю, и сказать, это вот именно моя идея вошла в историю красноярского факела.